назначилось. 24 километра. О, как раз и 5 минут. Да, скажи. Что нужен? Давай, доска. Ой. Пилы, походу, какая пачка была на место. Да. Да. А кто это 25-ку СНК водил на той неделе? Когда? Ой. В субботу? Ну да. Ой, а что? Да просто это мне очки вообще не дадут. Какие очки? Ну, и П, и Т, и Т, и Т, и Т. А то у меня с 5000 уже там полтора часа. Только вон. Опыта сложно. А ты чё, а ты ходишь в РТ? Чего? Так, а давай это потом. Чего? Это я в 25-ке иду. Дядька это кто? Владидан и Полифрис. Реально понимаю. Дефешник. А чё подписан как Полифрис? Ну, не знаю, градиент классный битва. Было так меняет. Бывает это. А чё, 3 хила не справится? Ну, ляпка 221. ДЦ и 2 шлама нормально. Я могу пойти вверх там? Хочешь, иди, чтобы попробовать. Если тебе ничего не надо, бери. Иди в шаму. По танкам кто? Ну, Алиса, понятно, второй. Войт, походу, или нет? А где Войт? Войт. Войт не в рейде. А не, он ДКшником. ДКшник, он лучше этим. Ничего не в рейде, он уже на сту подлетает. А чё вы аликов стали месить, а не лока сумонить? Я сумонил, по-моему. Возьмите квесты, нахуй, кто не взял. Я только подбежал, когда сумонил. Так, давайте поменьше матов, я уже предупреждал об этом в Дискорде. Хоть мы и в канале мат, сейчас могу перекинуть в ПВЕ 1 и услышу маты, очень буду наказывать. Вы в рейде, у вас 25 человек. По крайней мере, меня не устраивает то, что вы слишком очень материтесь. Это на обычных рейдах. Так что это, мастер, ты танк. Окей. Самый крутой танк в мире. А, сейчас. А я, как всегда, наверное, в шамарабстве. Да. Что поделать? Чё, война же, да? Угу. Да, он лок уже забегает в инсту. Будем Что случилось опять? Не знаю, хозяин кинул ее в час, походу.
тыкайте. Я не пойму, чё у меня на Мангиала Полипаур вытаскивает крест? Так он же маг. Да и хрен, у меня-то каска стоит. Значит, у него есть каска. Не, ну с учетом этого у меня постоянно. На него вытаскивается крест. То есть каски стоят по магам. Ой, короче, я тебе принтскрин сделал. Как сюда его вытащить-то? Слышите? Shift для чайника insert. Напишите мне. Shift insert. А, все. Так мне не ответили насчет. После этого, после рейда разберемся, Серег. Ой, да. Ты идешь с третьим танком, да? Ага. А, не то так. А, можно спросить? Ну? Типа, Тринис и К за ГП идут, а Тринис да. Других с рейдов так. За ГП? Окей. Так же. Твой хозяин позже суманулся, точнее не суманулся, и почему-то суманули с восьмой пати отъехал. А, так. Хозяин тут вообще, нет? Не знаю. Ну тогда пойдем. А, так. 10:35. Давай, Вой, танчи в своем ДК. Я уверен в тебе. В смысле, я не умею танчить. А я полетащу. Не, давай в танк. Я не затанчу, босс. О, видишь? Дисси скинул. Постоянно так. Может, он считается как пет? Да, в смысле, он как маг, а да, этот, так, желание, я, значит, кулаки раздам. Где? Я в бою уже. Да, я еще и в танке. Если можно, не агрить сразу. Ага, понял. Максим, если ты человек, иди со мной, пожалуйста. Чего? Так, если Марина с Максимом, вы будете здесь выяснять свои отношения, я вас замутаю или просто выгоню с канала. Я не собираюсь выяснять отношения, просто спросил. Давайте вы это сделаете после РТ или как-нибудь перейдете в другой канал. Шредер, ты чё будешь раздавать? Кулаки или МП5? У всех МП5, у него кулаки не вкачаны. А, ну тогда МП5. Ну, походу, да. Долго заходил. Ну, так же этот получишь просто, да и всё. Хорошо, Шредер, МП5 раздавай, я кулаки раздам. Если мне все нададет. Все равно, короче. Ну а что за фигня, Войт? Ну посмотрел, я скринул, скрин тебе скинул. Что за фигня? Не, я не шарю, я без этого дона бафа поводил. Я тоже всегда без него. Да я, ну представь, это каждый рейд у меня с Мангиалом вот такая фигня. Рыбу поставил. Нормально.
Может, у Мангиала есть этот просто? Поли Пауэр? Он тебе сам назначил. Рыбу поставил кушать. Кто там читал будет? И вина. Угу. А чё, ты в танке, что ли? Угу. Чё, мне так, что вдруг сдохнул? Офигеть, у тебя-то 4 есть! Чё, мне в танке тогда или в танке тоже? В танке, конечно. Ладно, я подойдешь за всех. Чё делать, чек погнали. Огонь у меня? Огонь у меня. Ты можешь перейти в отдельный. Орхидея возьмем. Я серьезно. Запускайте, босс. Этот, как его? Прото-то. Прото. Ладно, я прото подержу. На ком воздаяние дайте этот. Сосредоточение. Есть задняя лапа, не стойте возле нее, которая ближе к хвосту. Это задняя лапа. Вот если вы возле нее будете стоять, то будете отлетать к дракончикам. Какой-то милик сейчас отлетел и привел дракончик. Наверное, это ДПС, чтобы апнуть. Печатью порчи, да? Печатью повиновения. О, нормально. Это шейдер был полинул. А он с повиновением, что ли? Ну, да. Ну, он отлетел, наверное. Правда, с повиновением бьет, что ли? Да. На пол увидел сразу повиновение, короче, рубать. Шредер, вот такой ты, да? Алиса, делай, я мелких повожу. Быстрое убийство хочешь сделать, да? А чё, Гера, не даёте на трой фазе? Давайте, чё. Да, там я играете по боссу. По пати, первая, вторая, там шаманы, тотемы трепета. И четвёртая на третьей фазе. Напулили мелких дракончиков на вары. Успокойся ты, чё ты на эти мелкие дракончики. Главное, сними с этого. Всё. С РДДшеров. Давайте, миленький череп. Мне кажется, их всех на меня напулили. Это ДК Т4 опять пашет. Все норм. Не парься. В смысле опять пашет? Ну, то, что стоит ДК танк с 4 Т4 в начале инста, чел бежит, а все на него бегут. Мобы. Серьезно? Как я даже не дотла. Вспышка. Милики отбежали. Не говори. Про это жалко. Пусть сами думают. Коназрук, Мумикс, вот Шейпер. Красавчики. Джава. Смотрим на Никсию. Парики. По центру. Вот, красавчики. Еще больше. Долго переводим. А там РДД слабые. Только мелкие будут, да? Отбежали. Пышка слева, Джавок, Назрук, Шарпи, АДКшник. Вы получаете. Не вообще в Дискорде? Надеюсь. 41. Третья фаза. Моб большой есть. Моб большой. Иди босса лови. Я так и делаю. Добивайте большого. Моса Шансунга поднимай. Все, идите к боссу с дракончиком. Моса Шансунга. Прохильте.
Шансун Гим на хп. Орхидея Чулана поднимай. Хронос. Давай Гим на хп. Тайм трепета есть, нет? Конечно есть. У тебя может есть, но не у всех. Алиса. Танк умер. И пол рейда. Да, весело. Сейчас после него станок встал. Серьезно, это как? Не хватило перехила, да? Подойти. Ты чё там? Все хилы лежат, что ли? Сейчас добьём. Сейчас Саня живой. Думаешь? Конечно. Чё его добивать-то 5 лямов? Перекинь живых только к шаману поближе. Да шаман уже упал и встал. Лейтенант-то живой? Ну, отлично. Сейчас к вам перейду. Так, отлично. Пробивает жизнь. Главное, танка не положил. Да и Винар с воятелем гробницы ее никто не положит. Ну, шьет неплохо. Ты меня шило, когда я горло. Неплохо, да. И меня шьет неплохо, так что нормально. Ну, как-то так. Давайте портал в этот, до Варан. Объясните масс-ресом, что ли. Турбойс на замену возьми. Чисто по приколу. Где он писал, Гильдия? Он мне личку писал. Ну, Систа, да, я тебе какого-то. Да, я сейчас или, или сам возьми. Шарпи, Шарпи, кто это такой-то? Как это зовут? Этикат, АДК, да? Где? Идти. Ну, первый полетас по дракончик. А чё, портал не действительный, да, уже? Действительный. Зайди на него. Всё. Полетели вы? О, я придумал идею интересную. Смотри, у меня на этом персе нету прав. Ты, может быть, вот тогда пораздаешь вот эти трини. Как раз табличка эта повыскакивает. Давай, я тебе ассиста дам. Ну, хорошо. У нас же через лутмастер, да? Угу. Ну да. Это честь для меня. Если что, ролю на ДД. На офспек. В чем проблема? У меня офспека уже давно нет. На ДД это на Энха типа? А кого на Энха? На Элема? Что тебе там надо на Элема? Мне банально на Элема нужно хотя бы 2 Т4, любые.
Я все остальное, у меня 150 тысяч ОД, я куда куплю остальные Т-10 на него? У меня даже нету тупо двух Т-4 на него за все время. Так возьми 4 Т-10, дамажу. Так Илим 4 Т-10 не дамажит, ему 2 Т-4, 2 Т-10 нужны, потому что профита 4 Т-10 говно. Как же дамажили Илимы до этого, ну, на других серверах, как в 4 Т-10? Не дамажили! Тебе нужно собрать просто сэп. Смотри, бонус 4-10. Ну. Хороший бонус, что тебе не нравится. Смысл? Плюс 2 тика от единственной дотки, которая чуть-чуть дамажит? Она не чуть-чуть дамажит. Не 2 тика, ты же несколько лавоперства за все это время. Тебе его почти не приходится... Ну как? Приходится, но... Ну кто не взял, значит, потом будет делать в десятках, я не знаю. Вы же идете на виклик. РТ стоит. Вам говорили, берите квест, не... Конечно. Надеюсь, лок в инсте, да? Да, сейчас подойдет. Серег, давай в инст. В принципе, если резко убить быстренько там, минут за 40, можно и эти Грул Магингер сходить. Да, да, конечно. Вон, АДК в 4-10. Неплохо дамажит. Это все надо тестить, конечно, все как. На каждый босс разное. Сейчас колбу ЕШМ, и я 4-10 возьму. Выбора салавы, 8 секунд откат самого удара. Даже если у меня шок продлевается на 2 секунды, то я не успею, он у меня все равно слетит. Короче, я только что услышал, вместо выброса лавы услышал выброс шалавы. Ладно. Я не знаю, что так. С этим вы потом сами тестите. Короче, походу Мангиал какой-то избранный. Бога избранный. Да, походу. Ты чё там натворил-то, я не пойму. Влад. Чего только вот у тебя у одного иконка? А чё вы мне про голову не сказали ничего? Там голова поди осталась, да? Да, фиг ты с ней. Да по-любому у него есть этот Полипауэр, сам себе наставил. Да не может он сам себе наставить. Да я знаю. Бывают такие баги именно на магах, потому что они считаются тут как петли. Сорян. Че, все? Кого сумонить-то надо? Плюсик в чат даем. Чем этот, как его? Еще не все, походу, вынести, или все? Хант и Рист ДЦ. Гурский. Ты где? Все, Рист остался. Долорайн сидит. Давай без час сек. У нас времени ограничено. Добро пожаловать. Все, запустил босса. Шредер где-то ловит. Ничего. Коня офните. Нет, мне под конем нравится. Мне под каблучник, да? Короче, огня я подержу. Кто там? Поставьте прот. Третий паладин. Весело, у меня никто не загрузился. Кто, где? Да в инсте только пара людей прогрузились и все. Ну, ничего. Что, я вам рыбу давал на Оне. Она должна была у вас на все 4 инста хватить. Все упали. Добычу тебе дал, там табличку посмотришь, там что кого начисляешь.
Да, канал выскакивать будет все равно. Она, по-моему, что-то... Она же это, нужно права, чтобы начислялись. Это... Чтобы ГП начислялось, да, да, права, но чтобы смотреть, там вроде не надо. Сейчас какая-нибудь триня выпадет. Ага. Да, триньте со второго падают. Второй, третий, четвертый, пятый. А власть, я не помню, она на кого? На дестриках идет, да? На циркуле или лема брали? Здесь бесполезно. Миссии совсем никакой нету, то она нормальная. Ну, это-то да. Но первое время норм. Я ничего не говорю. Меняться не собираетесь? Не, а она всегда соло танчит. Она же не прошибает. Потом боб кинуть и все. Просто боб. Ты первый его держишь? Ты держишь. Может две держать. Ну вон какие там. Я у нее заберу, если что. Или у тебя. Когда будет дебаф. Только ты ее проведи и отверни к стене, к щиту, к тому. На мне огонь. Сейчас заберу. Кто зеленый? Вон пол рейда зеленый размораживает. Вот вроде теперь, всех разморозил. Теперь нам не. Дерендала не разморозил. Иди обратно ДЦ-шку. Забирай, я разморожу пойду. Так, где он? Да все уже, все норм. Все, ну тогда просто ПВЕшу. ДПС по пацанам. Ушли, ушли, подлецы. Сейчас говорят, могут в миликов плюнуть огнем и надо разбежаться. Но если хотите не сдохнуть, то можете выйти с милизоны, потому что сейчас будет плевок. Мы уже плюнули. Нормально. Мы уже плюнули в РДД, да? Он, по-моему, в три цели или в одну плюет. И кто рядом, типа, их тоже оплевывает. Да, в одну. А в Герри, наверное, в три. О, а вот тот теперь. Отойдите от меня, отойдите. Хорош. Оп, бабл. Нормально. Всегда мечтал увидеть такой вайп. Ну кто-то отлег, не смотрит за дебафами, прохитил рейда. Че вы? Танка там можно прохитить. Все, дебаф спал с ним. А-а-а, так вот делаем. У меня вообще был след. Как сбился, Кас? Да, мастер аур прожал. Ну все норм. Туру-ту-ту-ту. Мастер аур он сбивается? Нет. Это Сирус. Ему пофигу. Может сбиться, чего хочешь. Да. Ну, 10 метров над потолком, ой, над полом висит в воздухе. Он просто подпрыгнул. Это как в этом. Универсальный солдат, короче. Как он стену-то ломал. Это так же пытается. Сейчас вообще не плевал. Да, он за один раз он плюет только разочек. Бах! ГП словил. Только на зерок? Нет. Элемент. Да, на этом не получает ГП, тут получит. Да, профит заслужил. Всегда здесь, по крайней мере, это уже инс, можно закрытыми глазами проходить. Ну да, тут тем более ускорение дается, чтобы бежать. Все чудовища повержены. Кто бежит, кого бежит? Что там с табличкой? Ну-ка, да давай. Погоди ты. Дай-то я сейчас еще и полутаю. Только. Нету трини. Но есть боешка. Но мне ничего не выскочило, нифига. Ты его включил хоть? О, вот, хороший. Меня выскочил. Это сюда.
Боешки как пролить? Ну, мой инспект пиши. За ГП, да. Пас напиши. Ну-ка, давай какую-то кинь, попробуем, как оно будет начисляться. Я нажму мой инспект. А, смотри, как она будет начисляться. Давайте объясню. Мы все ролим, типа цифры. Так, ставим. Саш, все знают, как начисляется. Сейчас посмотрите. Так, это что, оф или... Ну, так. А пылить это грид? Да. Третий спек, грид. Ну вот тебе, погоди. Ну тыкни, чтобы оно начислилось, посмотреть, как там будет. Отдать лут и прибавить 331, вот. О, хорош. Ну, отмени. Ага. Сейчас отменю. Обратно дашь, не знаю. В этих инстах смысла нет, или там без ГП можно. Пока не запускайте, меня дропнуло. А ты можешь этого ДК повысить там, и друида как-нибудь тоже буду им вводить. Так, ну вот это что? Я-то пасую, мне это нахрен не сдалось. Это, ну вот, элемент про Mangial, Java, Evinar, Shansung, Потаскушка, Sharpie, Mumix, Chronos, Ubits и Virindal, не установлен лутмастер. Вот и все. Ну, без лута. Какая разница? Пока не скачает, если пробует без лута ходить. Там, по-моему, пока даже нету аддона, им пишет ПМ что-то. Так, да, типа нету лутмастера. Так, на офспек, кракзлук. А, трофей. Это можете отказываться, я его продам нахрен. Че там, запускать? Да, да запускай, походу запускай. Где-то. Так, где? У тебя лисы на боссе, да? Готовьтесь к бою. Не, я думаю, че, тут не под лутмастеру, думаю, пойдем, или че, или под лутмастеру. Ну тут тринки только по тринем. Да, остальное, что там, ты 4 да эту фигню так раскидать. Ну так давай, перемени, это без этого раскидаю так. Нормально будет. Ты имеешь в виду. Еще раз перевесь. Да, так а зачем? Попробовали, посмотрели. Здесь-то зачем? А что, так раскидали по роллям. Добыча? Да, да, перевесь. Все. Проблемы нет. Алиса, ты можешь на босс? Сам даже раздавать. Мне больше. Давай на босс. Ты костер разбивать. Шкуру снимите. Можно там просьбу, кто не будет сбивать косты, воровать стаки и все остальное за это тоже наказывать. Потому что, да, блин, два с половиной хила. Почему? У нас есть сколько там? Три мага. Стаки должны своровываться. Да. И даже никто не должен их диспелить, просто маги. Много кого можно сбить. Алиса сама может прибивать, по идее. Повысь этого ДК мне. Сейчас откатится Гурский. 5 секунд. Что? Если он тебя повысит, у тебя тоже будет по табличке все ролиться. Ну все правильно. Диспелить не надо. Кто сказал диспелить? Магов много. Вижу, что продиспелили стаки. Будет ГПшечка. Должны сполстерить маги. Учитесь. Это ваш ДПС. Я угорал, короче. Икс играл, вот это 25. А в 25 Герри там же, ну, ВВК там бьют ворота. А я в обычке говорю, ну давайте, ворота появились, бьем. Тела такие бегут просто до ворота бить, а они не бьются. Ну ж верят люди тебе, ну зачем тебе? Но... В лужах потом стоять будут. По ТПС рестарт. А можно вопрос чисто организационный по тактике боя? А, рейндж достаточно большой, хилов трое. А, бегать туда-обратно хилить или нет? Нет. Кого большой? Зачем вы стоите? Встань, в почти под танк. Встань под босса и все. Вот с миликов с босса достаешь всех. Если кто-то убежит, его проблема.
Что у вас страшно? Да не, нормально. Дай 4 каска, Алис. Прожми, да. У вас там тога рос рвут, то кто-то зеленая гадость у как. Кило и проблема в чем? Метку почему не захилили? О, сразу. Мень спек. К счастью, вы победили демона. И теперь вас ждет новый противник. Да. Подлые собаки Альянса. Вы выпустили повелителя. Хорош. На воинов Орды? Ваша смерть будет быстрой. Альянсу не нужна помощь повелителя демонов, чтобы справиться с ордынским отрядом. Да трофей сразу вели себе забирай, чтобы продать нахрен. Здесь ты 9-2, никто не будет брать. Есть униками, которые берут. Зачем? Бесполезная слив вот да. Да, вот да. Все. Это просто если только этот, как его. Если нету, ну, короче, никто не ролит, можешь на дис мне давать или сам забирать. Зачем? На какую? Тебе проще это 10 взять. Чем тратить 4500 ОД на Т9-2. Минор, апрейч, я так понял, это минимальный этот идет. Как нет, ну видишь, у меня мейн спек, оф спек и минор апгрейд, у тебя что это? Типа грейд? Это идет шмот грейд, да. Типа если была собычка, эта схема упала, ты нажимаешь ее и получаешь только ГП, которые доплюсовывается до шмотки обычно. Ага. Блин, ну потом мне заскринишь, я переделаю этот у себя, чтобы таблица такая же выскакивала, да и все. Понял? Просто таблицу-то я сам делал, у тебя уже походу она была сделана. Чё ты вызвал? Чувам вызвал. Личную боешечку еще бы, да. Тебе трофей кинулся, да? Да, 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 все кинулся. Такая поди, не понял там, отдать лук мейн спеку. А, то есть, короче, когда оф спек, да, там выскакивает, да, первое, типа, отдать за такой-то, такой-то. Да, типа, ну там циферку ты меняешь сам, можешь поменять. Угу, я понял. Так, ну что? Я видел, верхний левый угол, да. То кто у нас вышел? Алиса. Твой вар. Не то. Так, рога. Мастер. Лучше что? Поменяй. Мастер. Рога. Рога прыгает. Рога. Ну. Мастера там будет. На Алису кинешь бдилку. А, ну тогда. Ну, тогда. Станы, тем более, у ДК только оковы и все. Так, ДКшника я. О, шабат, энх. Шреддер есть танк? Нет. Вроде нет. У кого еще танк есть? Вот шейпер. Давай. Шреддера. Ромбит подержишь, спекайся. Шейпер. Вот ехал здесь. Так, ну чё там, как обычно. Вара. Чё вара? Ну я Алисе ответил. А. Череп контролит чулан и то мангаял. Если вихрь кончается, кидаешь эти овцу. Говори как лимон. Мангал. Анар. Анар. Холиприст контролит мумикс и контролит орхидея. Вихря нет, даешь станы, сбиваешь каст. Дерево, потаскушка, лог. Дерево, знаешь, я не буду вешать метку, потаскушка, плюс они эфир, изгнание по очереди. Да он знает, просто скажи, что дерево контролит. Вот,
Ну тогда первого бьем Лока, убиваем, второго бьем Ханта. Сначала звезда, потом кружок. Вот, и отлично будет. Можно повторить Мумикса и Орхидею, потому что они друг другу написали сейчас в ПМ и спросили, а кого мы Крестик, крестик, крестик. Мумикс и Орхидея. Спалил Орхидею, да? Я притяну звезду в центр, с центра какой-то отъехал там или кто-то притянете. Все, танки побежали. Хорош, убивайте. Контроль, ага. Кружок. Убили звезду, да? Теперь кружок тянем. Откатывается притяжка, тянем кружок оттуда. Контроль раздаем хилам. Шарпи, тяни. Отъехал Шарпи. Калинин похил. Сейчас я еще дальше притяну. Он под станом, аккуратно. Хорош. О, вот это круто было, Рога. Ну и все, убивайте кружок и потом череп. Два ШП, один Лем. В чем проблема какого? До этого все я диспарил. Мастер, просто забери этого, луну забери. По магу, по кому играют? По магу? По черепу, холипал. Убивайте косты, уничтожайте хилов. Вот, аунтите там луну. Я пойду посмотрю. Вот череп, потом крест. Бабл. Теперь крест. Потом звездочку. Подведи ко всем, Алис. Ну, ко всем, имею в виду этих по танкам. Пусть звезды кружок. Так, я луну заберу сейчас. Беги, малышка, беги! Давай, ба. В центре луна, бьем луну. Шейпер, беги, Энха. Тяните ромбик сюда уже. Шакала заберу. Да, дом надо установить, никто не устанавливает что-то. Ну пару раз без лута, наверное, и установят сразу. Да, нормально, чё. Да, это на в ЦЛК делать просто. ЦЛК, а, да, вот РСК сейчас будет, Груль Маги Гер. Пойдут в РСК без лута, их не проблема. Чешки я просто. Уже, кстати, не знаю, сколько раз пишу, чтобы они поставили его. Не, и я не ставьте, уже пацаны, сейчас я чешку заберу. Ага, я тоже. Фигушки вам.
Ха-ха-ха. Рентгер лучше. Я буду собирать РПБ паладина. Можно меня присмонить, пока вы лутаете? Кого присмонить? Ну, Шансунга, я улечу, я квест проебал. Нельзя. Давай. Точ писали все в чате, возьмите квест. Да я типа спешил, за 3 минуты заходил и боялся не успеть. Да, 2 недели. У меня даже сообщение было. В DC есть канал Ладончика. Больше, чем 2 недели. Даже сейчас, наверное, сообщение есть. Да, гильдей, есть. Кажется. В чем проблема? Все Фейт, нормально. Тебе ДБМ скачал или нет? Нет, у меня нет ДБМа, который Зуламан показывает. Там грули, магики, так, все вот это. Он же был в Дискорде. Я обновлю, погоди. А я не видел там. Пожали. Я тебе скину Войт личным сообщением. Угу. Если его обновляли, я обновлю, скин. Стойте, стойте, стойте. А можно по ножу не распылять? По ноже? Кольчужные, я так понимаю. Да, я их типа ролил, а их все равно ролил. Мне не хватает еб... Почему? Надо я их гридил, а отдали тебе. Так ты пиши, без разницы. Не гриди, ты... Да, здесь лут идет только за ГП, это тринки, все. В обычках идет только тринки за ГП. Можешь брать мейнспек, не парься. Здесь тебя отдадут просто так. Если по моему спеку, по аддону. Ставь тебя там шкафчик. Шкаф, фотоскушку сделай, пожалуйста. Никто повы, да, фотоскушку. Две ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры. Ты опять с этой триничкой? Пусть состязания начнутся! Так, ну что? Берем все черную, мастер белую. Тончим у белые бальки. Чек. Вот ждан. Запускайте. Давайте только не спиной, бочком завели, да и все. Обрач. Это что такое? Мосса орхидея, это... орхидея чулана. Это темное. Агро. Заберите босса. Не могу ее забрать, что за прикол? Три хила не справляются. Шансун гим на хп. Должны справляться. Не вывозят. Ничего не делаем, бьем дальше эту. Так там же договор. Нормально. Вам сказал, что рейл делать? Mm-hmm. Делаем так, как сказал. А, да? Каз сбился? Нет. Сейчас будем меняться, значит. Хронос дай тоже на хп. Шансунг на ману дай. Белую. Звезду бьем. Кто белую сказал? Я сказал белую бить, а они что, сейчас возьмут еще ауру, что ли? Ну вот, не надо лишнюю информацию в дис делать. Или более сейчас точно. Сейчас под черной надо находиться и бить звезду. Если вы взяли белую, надо кружок бить. Если вы взяли белую, надо бить кружок, потому что по ней урон будет увеличен. Если вы под черной аурой, то надо бить звезду. Темную берем,
Те, кто белую взяли. Просто стаки копятся. Главное, все под бафом, а я без бафа. Чё за фигня? Алло. Ловить сферку. Зачем ты поснимался под баф? Я не пойму. Зачем ты его поснимал? Первое место держал без бафа. О, прикольно. Выбор, он что, каждый раз будет дропаться, что ли? Вот это making selection, у вас минута дается, надо убавлять до 30 секунд, побыстрее тыкайте. Да, побыстрее тыкайте, все. Даже можно меньше, наверное, 20 секунд, 20. Да, 20. Не, это мало, 30 можно. Для начала 30 надо. Ну там, видишь, там по-английски же написано, надо читать, наверное, да. Ну да. Не все знают английский. Может, кто-то немецкий учил. Main spec, ля. Поставился у Шарпи, Антон, ты хочешь? Вон тапки тыкайте, там что, на голеннике. Что там, меткости РП. Никому не надо. Меткость, крит, ткань. Это шаман бы забрал. Выбор, внимание, алло. Мейн спек. По Одону. Одон. Ребята, там будет. По Одону. Тут ПР есть, отлично. Вредер. Есть такой вообще в рейде? Кто? Вредер. Если он за ней ходит уже хрен за сколько. Он что, выбор ролит, что ли? Ну то он ж пал, чего ему не ролит. А у него череп обычно, он лучше будет. Я это знаю просто с ним. ХЗ, что такое? Начислилось? Да? Да. Хорош. Ну это его я помню, так что мне пофиг. Не знаю, я... У меня есть череп обычный. Череп обычный лучше идет, потому что ты добираешь кап крита в меньшем гире. Ну, у меня нормально. У тебя 263. Что тебе угодно? Ты все еще сомневаешься в могуществе... Алиса! Что, блядь? О, господи. Тишина, тишина. Стоп, секунд. Что случилось? Какого хуя, блядь, нужно говорить про Дон во время рейда, нахуй? Нельзя было сказать, да, рейд, сука, вы аутисты или что? Алиса успокоилась. Пошли нахуй! Говорили раньше. Тогда! Так в гильдии пишет. Блядь, если что, 24 на 7 читаю гича. Это раз. Во-вторых, есть сообщение при входе в гильдию. Несколько раз линковали в чат. Система ЕПГП, Алис. Или тебе надо предупреждать лично для тебя, что нужен аддон? Или ты почему, блядь, я первый гильдии слышу об этом аддоне? Или ты последний раз это, в этот инт сходишь, последний раз в этом рейде? Я не пойму. И вам последний выбор вообще на земле. Да нет, давай. Почему я должен этот, как его, выслушивать, ребят, вот такие крики из-за какого-то пикселя? Мы вместе нанесем удар по цитадели ледяной короны и разнесем в клочья остатки плети. Нет такого испытания, которое мы бы... Надеюсь, больше такого не будет. Будет тебе такое испытание. Последнее предупреждение для всех. Воздвигли целую империю под льдами Нордскола. Империю,
подходил. Я кому-то клинил, должен отдать, я так понял, да? Да, Ленар, походу я не знаю. Где она? Алиса, ты тут? Давай, без истерик. Выбор забирай. Шреддер, как отдашь, скажешь. Рыбу поставьте. Им да? Голодный. Ты отдал? Ну что там, Шреддер отдал, а Винар выбрали, нет? Или кто получил его? Все, вижу. Все, пуляйте босса. Айстан прописали. Хоть ИПГП, вот мастер, хоть не ИПГП. Всегда будут проблемы с людьми, которые слакают. Кто под этого ИПГП, если его не начисляют? Кому не начисляют? Мне. Сереж, я сказал, после рейда с этим мы с тобой разберемся. Это потаскушка, да? Да. А чё ему не начислили? Он, наверное, рейд покинул, не начислили. Ну, если я не ролю, зачем мне сидеть в рейде, пока вы всё разролите? А, ну так ты ЕП не получил, наверное, поэтому, что в рейде надо находиться. Не, ну а зачем мне полчаса сидеть, если я не ролю? Ну так я тебе объясню. Ты сидишь для того, чтобы... Так, давайте потом, ребят, вы на РТ, я предупредил, в чем проблема, вы в этот, вот люди умирают. Вы засоряете дис? По мобам что никто не играет? Умрет от шипов ГП сразу, двойное. Мосса, орхидею поднимай. Чулан и Винар. Не сдохни только. Большие ж взрываться будет опять. Мосса, орхидею, чулан и Винар. Убегай. Зарылся, не успели. Чулан умер. Орхидея, Винар, поднимай. Жука бьем. Все по мобам играем. Заведи дальше. Быстрее под босса, мужики. Кто танка убьет. Я прожал все дефы, да, он мне даже не пробивает. На босса стаки не действуют. Они действуют только на мобов. Когда мобы рядом. Бейте мобов быстрее, под боссом и возле босса. И Винар танчи. Забирай босса, мастер иди на трэш. Забирай босса у него, мастер иди на трэш. Давайте Геру переводим. Босса все играем, жуков ставим на луже. Бьем босса сейчас. Да под босса ставьте его. Сразу под босса.
Кливом зафигарим пока что. Все, перевели, теперь жуков убиваем. По трэшу оперативнее играем, алё! Два моба почему живы ещё? Метки захильте синие, вот эти, найтью захильте. Хила, дайте ману, лятки ману. Хронос, шансун, гин на ману. Костаю уже. Синие метки Лачдан захиливаем, Ангиял, Хронос. Мосу захильте. Синяя метка на нем дамажит. Помимо АУЕ. Сейчас Моса умрет. Да блин, я упал. Вставай. Не вставал, потому что в прошлый раз трэш не били. Шансун, гимн на ХП. Давай гимн на ХП. Кстати. На мне тоже метка. БР есть, нет? Друидов. Добивайте. Шредер, флешками подхиливай себя. Джованни также самое. В чем проблема? У вас моментальные флешки. Щиты набросьте на себя, либо на кого-то еще. Давай цепухи, дядька, пока. Минус. Ну все, хилы добивайте. Без маны. Добивайте так. Я захилил танка. Нормально. Плохо. Очень плохо. Это жестко. Это очень плохо. Шейп, что у тебя? Павич, ты знаешь направо. Я понял. Да. Коняка за ГБ будет или просто паролу? Паролу. Кольцо не забудь, боешь танк. Кто-то когда-то хотел эти боты сильно. Какой-то ДК. Какой? Не знаю. Грит. Метка есть, крит, ткань. Тапки. Боя. Нельзя, я даю. Ну этот тролльчик. Мейн спек, ля. А, там паролу кидать или как? Не знаю. Как потому он, что если ролльчик по мейн спеку, там это. Как РЛ даст, ё-моё. Так, кто мне тут больше нравится? Шансун, Козырак, Мастерол, Вредер. Давай Вредеру дадим, мы выбор забрали. Я не против, все нормально. Не последний раз ходим, у всех этот маунт будет. Падает как хрен знает кто. И в десятке, и в 25-ке. Пошли, груля. Так, ну час прошел, предлагаю 5 минуток пойти вам чай налить, отдохнуть, подышать. Прилетим потом, чтобы сразу этот... А то потом смонимся. Сначала прилетаем, ребят, потом пойдете на перекур. Ну полетели в инст. Блин, ну плохо, что Вериндел, у тебя КД на этот. На ару не забыли, ну хоть квест засчитали. Так, значит на хила добирать какого-то. Есть хил у нас в гильдии, нет? Могу на Эршаму пойти. Ну, хочешь, если тебе надо на Эршаму, иди на Эршаму. В чем проблема? Так, причем тут надо, не надо. Мне просто спрашиваю, нужны хилы или нет. Мне пофиг. Нужны. Потому что два хила. Давай, Эршаму. На магика хватит, я так думаю. На груля не факт. Хотя, должно и так хватить. Верин,
DL, ты в диске еще? Плюс они в гильдию, пожалуйста. Ну вот яркий пример, когда человек не получает ИП. Если так все будут делать, то значит РЛу, который ответственный за начисление ИП, нужно сидеть каждого в табличке ИПГП точечно искать по нику и начислять ему. Вы думаете, мы этим заниматься хотим? На кого сначала, на Груля или на Маги? На Груля. На сколько вы прошли? Потаскошка, ты был на всех боссов целка? Нет. У тебя Макс есть, холипал, нет? На личи я не был. Сколько вы прошли в прошлом рейде целка с тобой? 9 боссов. Я начислю потом. Нужен холипал. 9. Медвей, у меня сейчас интернет вылетел, так что не сдумай мне, что я упал. Я никому не начислял. То у меня были. Хорошо, хоть квест засчитали, блин. Ну, возьми мастер шаму. Будет хилить. Если что, танканул. Нет проблем. Да ты тут ты сам от войт оттанчишь. У тебя же танка спек есть? Есть. Угу. Ну я вот этих вот, которые там 1-2, могу, конечно, подержать. Это по хилам будет жалко, конечно. Да чё, 3 шама нормально. Успокойся ты. Да мне все равно, типа, я умею хилить. Не, да я помню и шел, мастер шама-то убери, точнее.